чтобы вы не повторяли одни и те же ошибки. Беру его пояс, приподнимаю, закрываю ножками, просовываю ручки через его руки, беру оба ворота, начинаю накатываться на левое плечо. Как только я накатился на левое плечо, я должен его своими руками растянуть. Левую ручку я убираю под его руку, держу его, контролирую левое плечо. Правую руку убираю вниз и контролирую его правое плечо. Он начнет уходить. Либо поднимать корпус, либо уходить вправо-влево. Тём, попробуй. Я должен уметь контролировать вот здесь. Не допускайте ошибку и контролируйте четко. Теперь как мне вытащить ножку, которая осталась под ним? Левую ножку я убираю вниз, правой ногой я перекрываю его обе ноги. Теперь первое то, что я должен сделать, это вытащить голеностоп из-под него. Как только я вытащил голеностоп из-под него, правой рукой, которую держу ворот, опускаю ручку, перехватываю в область лопатки и начинаю выходить. Как только я вышел, я прижимаю к нему. Опускаю правую ручку, просовываю через голову и прихватываю вместе с рукой. Как только я взял голову вместе с рукой, левую ручку отпускаю, прихватываю свою ладонь, начинаю прижиматься к нему, контролируя его. Заправляй. Растягивай. Левую ручку куда убираешь? Левую ручку вниз. Умница. Натягивай его, обрабатывай. До конца, до конца, до конца вытаскивай ножку. Теперь правой рукой прихватывай голову вместе с рукой. Опускай свою левую ручку. Опускай левую ручку и прихватывай замочек. Умница. Савка, попробуй уйти. Заправляй ножку. Умница. Когда вы приподняли, просунули ручки, накатились, я начну его здесь обрабатывать. Моя задача, левая рука у многих вот здесь находится. Он же спокойно идет в правую сторону. Уходи в правую сторону, Тём. Выворачивайся в правую сторону. Он же уйдет в правую сторону. Вы должны четко натянуть эту ручку. Попробуйте руки, Тём. Вот я должен держать и контролировать его плечи. Контролируя его плечи, я начинаю. Левую ножку опускаю, правую перекрываю его обе ноги. Теперь первое то, что я делаю, вытаскиваю голеностоп. Как только я вытащил голеностоп из-под его таза, я начну выворачиваться на него. Моя задача вывернуться сейчас на него. Он начнет уходить в левую сторону со мной, чтобы вот такого положения не оказалось. Вы должны плотно контролировать. Какое плечо его? Правое плечо его иду. Уходите, он 100% уходит. Я должен контролировать правое плечо. Прижимать его к себе. Как только я перевернул его, что я делаю сейчас? Правой рукой что я прижимаю? Голову и руку. Как только я обхватил голову с рукой вместе, что я начинаю делать? Отпускать замку. Какую руку? Левую руку отпускаю и прихватываю что? Замок. Замочек.